Привет, дорогие мои! Хочу начать новый блог. О чем он будет? Я в основном не смотрю телевизор, но мне вот захотелось что-то так в интернете, так как я просматриваю YouTube, и увидела сериал. Это сериал о Софии Палеолог, греческой принцессе Зои, которая потом перекрестилась в православной церкви в Софию. Но она и была православной, так как она вот греческая принцесса, ну уже обедневшая, вот. Католическая церковь, где она там жила, в Италии, искали ей новый дом. И вот всеми силами сватали за монархов. То ли на счастье, то ли на беду ее взял вот наш князь, наш царь. Тогда царей, наверное, не было, но вот... Московский князь Иван Васильевич. Она ему понравилась чем-то вот. Но я просмотрела этот фильм с таким захватом, не отрывалась. Меня только отвлеклась только тем, что пошла там ужин сделала. Немножечко, может, перематывала, хотя до такой степени все было интересно, что на одном захвате посмотрела с таким великим удовольствием. Даже в одного там с одной серии в комментариях написал кто-то, что смотрел так только последний раз фильм «Место встречи изменить нельзя». Но это точно. Я так смотрела, наверное, то «Три мушкетера» мне нравилось, то «Гардемарины» мне так сильно нравились. Вот, ну, это имеется в виду, если из сериала вот таких наших русских. Вот так вот, с таким восторгом, с таким захватом. Очень интересная экранизация. Такой вот... Я, как бы сказать, сильно историю... Я не историк большой. Мне, ну, просто очень интересно. Но стала больше вот интересоваться я. И оказывается, по историческим данным, все было, все да не так. В фильме одно, и я, мне так все понравилось, это такой восторг. Ну, а потом, оказывается, это наоборот, это София, все называли ее ведьмой. Ой, и я тут, вы знаете, как раздвоилась. До такой степени мне этот сериал. Я в восторге, я в таком вот, вау, справедливость. Московские земли, русские земли, до сих пор кто-то влазит в политику, разные страны. Хотя я совершенно не политик. Вот. Но много там таких интересных истин. Кто смотрел, тот поймет. Вот. Потому что самое главное, чтобы славянские народы были вместе, в единстве, потому что мы братские страны, и нужно нам быть в мире. Вот. Это 100%. Ну, это, и мне понравилось, что этот Иван Васильевич объединил все страны, объединил государства, вот. То, что он с монголами воевал и тоже остановил это иго. Ну, 300 лет они находили на нас. Это тоже очень важно, сколько он вообще. И вообще история вроде бы пишет, что он был очень-очень умный человек, который много сделал для современной России. Вот, московское государство. Да-да. Ну, история — это такое дело тонкое, и как и политика. Лучше туда не лезть.
Мы не знаем. Вот честно, вот скажу честно. Чтобы потом Господь не сказал, что вы ошиблись. Просто самое главное, это просто верить в Бога. Это единственное, что вообще нам нужно. А то, что вот с политикой что-то происходит, это уже второстепенное. И кто там был прав, кто не прав, вроде бы, как говорят эти еретики, вот еретики, как типа, как начесатанисты какие-то, или тут же не сказали ни о чем, какие еретики. Вот, это действительно. Ну вот в фильме там вот колдовство, а я против, конечно, колдовства, это о чем речь, какое колдовство. А на самом деле исторический фильм в этом фильме это не еретики были, а так входило протестантство. Вот. Это тоже одна из доминаций христианской веры. Ну, сложно. Я просто раздвоилась в мнении, во всем, расстроилась. Можно так сказать, я расстроилась, потому что я думала, это действительно, может быть, какие-то масоны пришли. Вот. А теперь я даже не знаю. Сложно, очень сложно. Ну, надеюсь, надеюсь. Ну, так решила не расстраиваться, посмотреть фильм, как иначе просто какую-то экранизацию, а не вникать, что это вот по правде было, там политика какая-то, просто как прекрасный фильм посмотреть. А уж политика и кто ее написал так, все пускай остается на своих местах. Но фильм мне понравился, просто интересно. Вот, думаю, и вам понравился. Да, так что спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пока-пока. И не будем мы расстраиваться, и не будем мы из-за этой политики ругаться или еще что-то. Бог с ней. Главное, чтобы вера в Господа была. Вот. И чтоб мы жили вместе, чтоб мы жили в мире, в благополучии. Это и Иван Васильевич Московский тоже хотел об этом. Мир да любовь. Это самое-самое-самое главное. Так что благополучия вам, мира. И храни вас Господь. Чтобы не было у нас никаких завоевателей, никакой войны, а только мир был на этой земле. Ой, храни нас всех, Господь. Это самое.